maybe tell them about condition. Жарко, ужасно жарко. Прямо кожа аж как в кипятке. Саша, ты нормально себя чувствует, наверное? Very hot. Your condition working? No. Also no. Yes. 115. Lot of wind. Acha. Acha. Body was too is good. Да? Heat is good for. Для тела говорит хорошо. I am northern girl. But in heat you get more energy. For him heat is good. А. For me also. Ой, как хорошо. Very good smell of sticks. Хороший запах палочек. Ашока, ашока. This is all ашока. Что ашока? Где ашока? Вы ашока. This is this. Вот. This leaf. Вот нам. Ашока. Ашока? Yeah. In Sita, when Raman took Sita to his palace. Ah, she put like this. Uh-huh. Yeah. No, it was all Ashoka trees around her. Ah. Huh? In that forest, Ashoka trees. Вот yes. Это она no, говорит, что называется Ашока деревья. She took just one stick like травинку. This and said this. Да. It's a wall between you and me. Когда Равана украл матушку Ситу, жену Рамы, он ее привез на Ланку, на Шри-Ланку, и говорит, вот в его саду были вот эти деревья Ашока Трис. Ну, она, правда, я думала, она вот этой Ашокой сделала защиту себе. Она говорит, она взяла травинку и вот так поставила между собой и Раваной, демоном Раваной, и сказала, что он не преодолеет эту преграду. Ашока, значит. Горячо, просто невероятно. Привыкну я или нет? Это, говорит, полезно для здоровья. Она, говорит, даже сейчас лежала, читала молитвы, укрыв ноги. Хотя воздух горячий. И мы включили вентилятор, а он гоняет горячий воздух. Почему-то от Ганги не идет холода. Ну, ночью, наверное, пойдет. Мы были здесь в июне. Здесь было 51 градус. Я вот говорила уже. Thank you, thank you. Саша сказал, что брат захотел кушать. А я хочу только купить себе помидоров и соду, газировку, в общем. Coffee Day, мне нравится это. У них хорошее кафе. Боже, какая прелесть, смотрите-ка. Коровка зашла в ювелирную лавку. И главное, что ее никто не гонит. Матушка, Амма Камин. Бобры такие, они еще ее погладили. Кушать она, наверное, пришла попросить. Она хочет купить ей две чапати коровке той. Масло? Масло ей надо, да? Чистое масло, спрашивает. Для коровы. Are you chini le diya?
что еще хочет взять? Чили. Они здесь будут кушать. Хорошая тоже. Забегаловка. А, записать хочет. На наш счет. А, шугар? Yeah. Она хочет еще немножко сахара сверху положить. I go for tomato, but Indra, I know this place, don't worry, I will go. Rest, enjoy. Пошли. We take two roti for cow. We come back. Сахар положила. Пошли. Где наша коровка? Она еще не знает, что ей идет обед из двух роти с маслом и сахаром. Надо же, еще и сахар. Не торопись. Она говорит, она каждый день, каждое утро несколько лепешек пекла и носила коровкам. Вот таким вот матушкам. Как они близко, близко, да, очень близко. Кам. Да, я вас оставляю. I leave you, I go for tomato. I was thinking for last word to give to cow. What to do? I wanted to come out. Thank God. Ача. Это она говорит, я хотела что-то сделать для коровки, и вот Бог дал возможность. Мне надо дойти в конец этой улицы. Там продают овощи. У всех машин зеркала, как ушки, прижаты. Ибо не прижмешь, останется без зеркала. Вот так вот, как вот этот без зеркала едет. Все, нету у него зеркала. Ладно, я не буду тут стоять с вами. Вон скинули свои тапки, даже там некуда сдать, наверное, или не хотят сдавать, во, прямо грудой. И пошли в 13-этажный мандир Триамбакешвар. Если у кого-то нет возможности проехаться по разным храмам, здесь они как бы представлены. И вот здесь вот можно овощи, фрукты, там соду, кёрт. Fine, thank you. Вот еще какой-то йога, шри, харихар, пич, ашрам.
малыш. Так, я зачем шла-то? За овощами. Но еще хотела купить маленький дахи и соду. Вот это я вижу, что мне надо. Сейчас куплю. На 82 рупия я купила хлеб, йогурт, вот это вот баттермилк такой со специями и сода. Томаты у него по 20. Вот килограммчик сейчас возьму. Огурец сейчас проверю почем. How much cucumber? Тоже 20. Какой-то надо поменьше взять, что ли. Вот такой вот. Ну давай вот этот еще. Ага. Все, мне, наверное, хватит. Ну, сколько? 25? Китна? 25. 25, все правильно. Прямо у меня глаз алмаз. Надо пару помидорок для коровок вытащить. Банана, китна? 12 штук, 60 рупий. Значит, так, 12 пис, 60 рупий. Значит, 6 штук, 30 рупий. No, 6 пис, 30 рупий, да? Right? 30, да, 30. А яблоки, а apple how much? 150 килограмм. По 150. Это 80. Yeah. Так, дай мне 6 банана. Yeah. Давай. Yeah. Пошла тоже, заплачу маленький налог неимущим животинкам хорошеньким. Поделюсь. Пойду найду маменьку твою. Ей томаты. Много тут коровушек. Вон тому сейчас теленочку дам. И еще какую-то маленькую покормлю. Вот эта штучка вкусная. Я видела у кого-то литровую в руках давно, но не встречала в продаже. По-моему, там где-то коробка идет. Все, проходи. Отдала ей помидорку. Алло. Храм. Вон мои, там должны сидеть или уже ушли? Ушли? Где они? Ача. Yes, this very good. I only want to see what you eating. Ага, very good, very good. Я как коровка бездомная зашла, получила. Не. I go home. Sorry. Давай. Все, спасибо. Thank you. Give me napkin.
Ну, чисто как коровка. Вот как полезно кормить братьев наших меньших. Покормила их помидоркой, получила паниру и лепешки. Хохотушки. Девчонки, хохотушки. Да. Ой. Вот, вот где у них гнездо, у этих сплавщиков. Вроде бы, что я тут поснимала? Вообще ничего. Но камера горячая, как кипяток. Ой, какая тибетская чаша. О-о-о. Толстая. Представляю, как она гудит. Чаши, конечно, надо по звуку выбирать. Она должна позвать тебя, твоя чаша. Я так думаю. Личи и манго.